всем большой привет! Готовлю завтрак. Решила начать влог с самого-самого раннего утра. Сбиваю я этого молока. А я папе молоко купила, я что, сейчас буду? Несу. Тебя хоть видно в камере? Видно, Марк. Марк со мной любит часто с утра готовиться. Так. Давай я поваром буду. Поваром будешь? Да. Хорошая, кстати, профессия. Мне так нравится готовить. У меня на завтрак, как всегда, ассорти. Я жарю себе немножко грибой. Ау! Так, а где хлеб? Скорее, 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 вам уже надо опускать. Где хлеб? Вот. Мама, какая-то молоко и съесть. Так вот, у меня на завтрак, как обычно, чуть-чуть помидор, чуть-чуть шампиньонов жареных, чуть-чуть сосиски жареные, яичница, в общем, всего-всего. Вот и не мешать. Да, быстренько, у меня тут уже дымится. Подожди. Ты будешь сам класть? Да. Ну, клади давай, не обожгись, на. Да. Хорошенечко с двух сторон обмакивай. У нас сегодня в планах поездка в океанариум. Хотя я детям предложила или детский центр, или океанариум. Они выбрали океанариум. Я думаю, конечно, там будет очень много народу, потому что каникулы сейчас в Берлине. Так как холодное время года, все по всяким заведениям с детьми ходят. Вот вчера на катке было огромное количество людей, прям классами люди приходили. Я так понимаю, некоторые дети ходят на продленку. В каникулы, если родители работают и не могут за детьми присмотреть, здесь есть продленка. Бесплатная, ну, до третьего класса, потом уже бесплатная. И я смотрю, прям многие классы приехали с детьми, там по 20 детей от класса, и очень много народу было. Я думаю, то же самое сегодня будет в океанариуме, но дети очень давно хотели посмотреть на рыбок. И в 2 часа будет кормление акул. Марк очень боится ехать, он боится, что акул будут кормить Марком. Как акула кушает? Смотрите, мы или в детский центр можем поехать, или в океанариум. Что вы больше хотите? Океанариум. Удивительно. В зоопарк сейчас смысла нет ехать, холодно. Я думаю, многие животные прячутся. Поэтому едем. Мак, давай скорее, у меня тут уже второе блюдо надо готовить. Все, иди руки мой, ты молодец, ты больше половины приготовил. Мама, я повар. Да ты вообще замечательная у меня. Алина даже не интересуется помощью мне. Марк мне уже, между прочим, за эту неделю второй или третий раз. Я с тобой готовила. Надо мне в следующий раз помочь. То мне твое равнодушие не нравится. Так, я буду кофе. Где мои грибочки? Класс! Я, кстати, купила такую красивую кружку. Грязными руками. Посмотрите, какая милота. Такая весенняя, в Такамаксу видела, очень нежная. Я вам говорила, я давно искала кружку какую-то, в которую я влюблюсь. И вот в эту кружку я влюбилась просто. Мама, я делаю деревню. Так, а чего у меня та сковородка не разогрелась? Обжегся? Да быстрее под холодную водичку, ничего страшного. Иди под холодную водичку. Ой, Марк, не страшно, я миллион раз обжигалась. У него сейчас истерика. Нет, давай я буду сама такие страшные вещи делать, ладно? Ты мужчина, ничего страшного. Там даже не будет следа никакого. Котен. Ну вот. Марк, а у Марка, даже если ему не очень больно, у него какой-то стресс. Если он где-то ударится или вот сейчас дотронулся до горячей сковородки, именно психологический стресс, он будет плакать полчаса. Очень чувствительный он. Маркушечка, иди, я тебя поцелую, котен. Маркуша. Ну, ты его взял холодненьким, намочил и все. Ну, а кто в этом виноват? Вот расскажи мне, кто виноват? Сковородка. Плохая сковородка. Давай мы ее поругаем, давай? Нет, будем продать. Продать? Выкинем ее, да? А тебе не жалко? А как мы будем жарить кости?
завтрак готов, как я вам и говорила. Ассорти. Жареные грибы. Я полюбила на завтрак жареные грибы делать. Раньше их не готовила. Ну, как всегда, у меня крабовые палочки. Не знаю, очень мне нравится рыбка с утра. Я, кстати, купила турецкие маслины или оливки, как они называются. Все время забываю. Сейчас вам покажу. Вот такие. Зашла в турецкий магазин, там громадный был выбор, я взяла конкретно такие. Как же мне они нравятся, вот тот вкус, который я хотела, как на шведском столе в Турции. Так что буду их теперь брать, буду в турецкий магазин за ними заезжать. Помимо этого помидорки, сосиски, не куриные, а из птицы, там курица, индейка, очень мне нравится. И я покупаю русскую горчицу с сосисками. Очень мне нравится. Именно русская горчица. Кстати, ну в России она тоже везде продается. Вот такая. Как же я ее люблю. Вот она немецкая вообще. Небо и земля. Но она какая-то сладкая. Она вообще непонятная. С нашей вот этой ничто не сравнится. Так что вот такой у меня завтрак. Конечно же, латте себе сделала. И одно яблоко. И вчера купила новую арахисовую пасту. Надеюсь, вкусная. И это на десерт у меня будет. И, кстати, опять-таки, в турецком магазине вчера взяла лукум. Оно не было с грецкими орехами. Я люблю все с грецкими орехами. Взяла просто с арахисом. Но мне понравилось. Вкусное. Здесь разные вкусы. Дыня, еще что-то. И в кокосовой стружке. Неплохая. И мне нравится, что она такая супер густая, вкусная. Но единственное, мне кажется, что это все ароматизаторы, что касается дыни, клубники. Все-таки, которую я привезла из Турции, она была получше, более натуральная. И там прям грецкие орешки, фисташки были, а тут просто арахис. Ну, в принципе, я арахис люблю, так что тоже неплохо. С кофе, лукум – идеальное сочетание. Так что пошла завтракать, приятного мне аппетита, и будем уже собираться в океанариум. Ну что, мы выезжаем, дети меня ждут уже внизу. Купили билеты онлайн на 2 часа. В 2:30 кормление акул. Нам обязательно надо успеть. Надо найти акул, потому что там очень большой океанариум. Так что первым делом бежим сразу к акулам, а потом уже будем смотреть все остальное. На всех нас, один взрослый, двое детей, 35 евро где-то получилось по цене. Я так понимаю, сколько хочешь, можно ходить по времени. Ну что, мы уже почти приехали. Мы сейчас до Хайкершемарт, это моя любимая станция. А потом нам нужно вот сюда, в Декатлон, за коньками заехать после океанариума. Надо будет не забыть. И Алине надо балетки для танцев купить. У нас буквально еще одна станция. Ну, конечно, долго. Я вам говорю, как плохо жить в большом городе. Вот нам, чтобы до океанариума доехать, нужно час. В общей сложности от двери до двери час времени, вы представляете? Центр мне, конечно, нравится. Посмотрите, какие здания. Исторический центр Берлина, он красивый. Это уже, мне кажется, новые здания, современные. А что это, оборотень? Оборотень – это кто превращается в чудище? Лохматова. Приехали мы на станцию Хайкершемарт. Это, кстати, одна из моих любимых станций. Мне тут очень нравится. И нам еще 3 остановки на метро. Мало народу. Посмотрите на них. Вот так с детьми ездят. Минут 10, наверное, нам еще на метро проехать. И все, будем на месте. Мы даже рано приедем. Наш. Ну что, у нас еще 25 минут до океанариума, потому что мы взяли билет на 2 часа, поэтому есть время перекусить, чтобы уже не думать о еде. Сейчас поедим и будем часа 3 гулять в океанариуме. Там, правда, тоже кафе есть, но, может быть, там десерты какие-нибудь возьмем, потом посмотрим. Взяли стандартно Happy Meal деткам. Я себе взяла только чизбургер и колу. Не очень есть хочу. Смотрите, какие игрушки классные. Алинка выбрала себе Нохмаль. Это переводится как «еще раз». Не знаю, что за игра. В общем, потом посмотрим. А Марк выбрал себе каких-то динозавров. Марк, можно открыть твою игру? Нет. Нельзя? Ну ладно, потом покажешь. Наггетс. Давно не ходили в Макдоналдс, да? Классно они сделали, да, возле зоопарка Макдоналдс громадный. Здесь, конечно, очень удобно. Перекусил и пошел. Или наоборот, после зоопарка сюда пришел. Что хочешь? Что? Я скажу, один. Ну, один наггетс можешь мне дать, пожалуйста? Спасибо, ты очень добрый мальчик. Все, я буду картошку. А я что тебе? А мне не надо ничего, у меня такой же чизбургер, как у тебя. Какой-то остывший.
Я тоже хочу. Алинка мне говорит: мама, я не хочу Макдоналдс, я хочу вкусные точка. Она же смотрит русский YouTube. И там во вкусные точки все ходят. Кстати, напишите, как по вкусу, не сильно отличается? Бургер Кинг. Бургер Кинг? А мы один раз ходили в Бургер Кинг. Так вот, что касается вкусной точки, напишите, есть отличия или все идентично? Мне вот очень интересно. Ну что, мы уже на месте? Так, где-то тут вход. Народу вообще нет. И детей нет. Мне кажется, мы сейчас там одни в океанариуме будем. Очень странно. Мы вообще туда идем, я не знаю. Моя любимая церковь полуразрушенная. Так, и налево нам вроде подняться надо туда. Она разве полуразрушенная? Да, смотри, видишь? Угу. А где сейчас? Мне кажется, во время войны, Второй мировой почему-то. Надо почитать, конечно, про нее. Но ее специально не реставрировали. Ну что, мы уже на месте, помните? Когда мы были в Египте, вот эти рыбы плавали. Дети помнят. Да, скат. Вот эти красивые какие, смотрите, как вблизи их видно. Алин. Да. Мама, я махаю. Большинство попрятались, мы очень мало насекомых увидели. Тысячи муравьев вон там. Блин, выбираться. Самые классные впечатления именно от рыбок у нас. От акул, от медуз. Ой, ничего себе. Это, смотри, голден, золотой какой-то. Инаурата. Вообще не знаю, как перевести. А это кто такие? Это... Тоже муравьи. Алин, вон смотри, домики у муравьев какие. Ну что, мы вышли из океанариума. У нас, получается, ровно 2 часа ушло на то, чтобы все по 2 раза обойти. Не очень большой, я думала, больше будет. В целом неплохо, но часто туда не походишь. Один раз мы посмотрели, я думаю, больше мы туда не вернемся, потому что, ну, хватило. Я, честно говоря, думала, что акул будет побольше, будут всякие хищные, громадные акулы. В итоге... Акулы там были рифовые преимущественно, такие маленькие, не особо страшные. А рыбок много, медузы красивые, нам очень звезды морские понравились. Алин, кто вам больше всего понравился? Рыба-лев. Рыба-лев, их очень много было, красивые. Но вот, например, на зоопарк у нас бы сил уже точно не было, поэтому все-таки надо разделять. В один день зоопарк, когда будет тепло, сходим обязательно именно в этот, потому что их 2 в Берлине. И, получается, океанариум отдельно все-таки. Сейчас едем в Декатлон, выберем коньки. Саша сказал себе, сам потом посмотрит. Все-таки хотим попримерять, чтобы они максимально были удобные. И поедем уже, я думаю, на выходных всей семьей кататься. Хотя у меня очень сильно болят ноги после вчерашнего. Мышцы так хорошо покачались. Сколько мы 2 часа катались, получается. Декатлон у нас тут. Я надеюсь, будут наши размеры, чтобы потом уже не ездить.
Я все сюда никак не дохожу. Конечно, можно онлайн заказать, но с размером можно прогадать, поэтому легче, конечно, прийти. Ну что, смотрим коньки. Я хочу себе вот такие фигурные взять. 30 евро – это 2400 в русские. 34. Ну вот, кстати, 3/4 тебе надо брать, Алина, запасом. Пойдем еще посмотрим, подожди. Так, а тут только ролики. А что, нету больше, что ли? А, вон они, Ален. Так, посмотрим. Вот эти красивые, тоже, смотри, столько же стоят. И они раздвижные, они на... красивые, но я не хочу. Тебе не нравится? Они слишком детские. Почему детские? Я бы тоже такие. Как у Софии. А, они похожи на ролики, да? А вот мужские папе. Но он сказал, будет сам мерить и сам решать, какие он нужны. Вот это... Марку мы без проблем нашли. Покажи, Марк. Взяли ему 30-32. Как раз на несколько лет ему. Да, раздвижные. Алинка не может определиться. Смотрите, есть фигурные вот такие, 34-е. Есть 32-34 раздвижные. Вот эти более мягкие из-за того, что внутри здесь поролон, а вот эти просто кожа идет. Они более твердые. Но в них будет удобнее делать всякие красивые упражнения. Да, Алин? Крутиться, там говорят, вот именно в фигурных удобнее кататься для девчонок. Это, мама, у кого-то этот Марк. Не у Марка случайно? Марк определился, как всегда, за 3 минуты с коньками. Теперь, смотрите, разъезжает на скейте тут. Мы с Алиной не можем определиться. Или такие, или такие, или смехом. Марк, если тебе... Нет, здесь давай. Марк, сними шапку. Я уже на сегодняшний день скейт, мам. Давай, подожди. Если тебе нравится, мы можем тебе на какой-нибудь праздник скейт подарить. Мам, очень... Папа сказал, что это очень опасно, он боится такие вещи покупать. Я хочу на скейт, скейтборд тоже. И головой вниз. Мам, об асфальт. Я хочу. Ну классно. Что? Нравится? Мама. Что, на день рождения будешь скейтборд просить? Да. Я тоже хочу. Все, мы определились. Алинки берем меховые, потому что они очень мягкие, удобные. Берем чуть запасом, 34-й, хотя она носит сейчас 32-33. Марку берем эти, а себе я ничего не беру, потому что я хочу такие же, а таких нет в магазине. Буду искать тоже меховые, потому что вот эти и сидят неплохо, но в этих местах мне очень больно. Я боюсь, что у меня потом синяки будут или мозоли, я не знаю, потому что очень жесткие вот в этих местах. Мне некомфортно, поэтому буду искать подороже. Саша потом будет сам искать, может быть, онлайн закажет, посмотрим. Вот, но Алинке вот эти действительно очень понравились, они мягенькие, я тоже такие хочу, благодаря меху, очень комфортные. Мы забыли, что Алинке еще нужны, я не знаю, как они точно называются, для танца вот такие чешки, именно мягенькие. Балетки, да? Нет, не так, Алин. Резинка впереди должна быть. Есть еще какие-то вот такие. Меня Марк в последнее время уговаривает купить ему гантели. Ну что, будешь качаться? Да. Он где-то на Ютубе увидел, как мальчики все качают мышцы. И говорит, мам, я тоже хочу. Нет. На день рождения мы ему пообещали подарить что-то подобное. Может быть, какие-то наборы есть для малышей? Мама, на, подержи. Я хочу. А ты, мне кажется, еще вредно. Мама, тяжести поднимать. Самое тяжелое. Марк, так ты выбирай. Или ты хочешь скейтборд, или ты хочешь гири на день рождения. Гири лучше, больше да. Хочешь? Видите, у мальчишек какие интересы. Реально ходит мне уже неделю, говорит, мам, купи мне гири, я буду спортом заниматься. И говорит, запишите меня в качалку. Вы представляете, ребенок в 5 лет говорит, запишите меня в качалку. Ну что? Ну у тебя мышцы будут, конечно, Марк, вообще. Мама, она тяжелая. Алин, нельзя девочкам поднимать, убирай. Ну как, Марк? Можно. Нет, Марк, мы тебе купим набор с маленькими гирьками. Убирайте. В общем, на день рождения, так что тебе подарить в итоге? Гирь. Набор гирь? Вы представляете? Мужчина. Это не такие. И туда колечки одеваются по краям. Нет, Марк, не надо. Марк, не надо, здесь ругать будут. Ну, я хочу себе сделать. Нет, все, поехали, давайте. У папы было раньше очень много, у нас Саша занимался... 14 лет, несколько лет. Ох, какие мышцы у Саши были к 18 годам. Он прям в качалку постоянно ходил, но потом забросил, конечно.
И вот такое у нас был, мы покупали, у нас дома был, в России оставили. На балконе лежит. О, вот, Марк, вот это тебе надо, Марк, тренироваться. Вот, вот такую тебе надо купить. И эти боксерские, как они называются? Нет, перчатки, перчатки. Нет, так нельзя, Марк. Какие все-таки мальчишки с девчонками разные. Мам, знаешь? Вот, Марк, купи тебе такую штуку и будешь всю свою злость выплескивать. Вот, смотри, как дяденька делает, Марк. Вот он, видишь, такой штучкой. Нет, двумя руками. А, молодец. Вот, и смотри, когда тяни на себя. Тоже мышцы качаются. Тоже хочу. Пока мы были в Декатлоне, уже стемнело. На часах 6 часов. Ну, нам где-то минут 35 до дома. Купили детям, получается, коньки, плюс Алине балетки для танцев. Точнее, как они называются? Не балетки. Чешки. И осталось купить нам, Саше, коньки, и можно будет всем вместе идти на каток. Нам где-то минут 35 ориентировочно до дома. По прямой, без пересадок. Так что садимся. Пошли. Папа, интересно, работает или у него все уже на сегодня? Из продуктов, что купила, картофель закончился. Выбираю всегда самый крупный картофель, потому что его удобнее чистить. Остальные, там 80% видов картошки вот такого размера. Я сегодня захотела деткам приготовить, ну или завтра посмотрим, пюре картофельное. И взяла рыбу. Помните, я вам уже показывала филе рыбное в кляре. Детки это блюдо называют рыбными наггетсами, им нравится. А взяла пангасиус, честно говоря, выбора нет особо. Была вот эта рыба, была красная рыба и была с косточками рыба. Забыла, как называется. В итоге вот единственный вариант филе был. Это у нас рядом с домом магазин. Конечно, в каких-то крупных супермаркетах побольше выбора, но в целом все равно, по сравнению с Турцией, конечно, я вам показывала во влоге, сколько там видов свежей рыбы, здесь выбор очень ограничен. А взяла грибы, мармеладки детки взяли, вот эти кошечки, очень вкусные, я их сама иногда люблю. А Марк себе взял булочку с корицей, взяли какао. Кстати, у меня дети в последнее время очень просят часто какао им делать на завтрак. Ну, чаще всего именно на завтрак им делаю, на молоке. А нам Саша взяла вот этот сыр, я уже вам показывала. Он в духовке плавится и с багетом. Это очень-очень вкусно. Захотелось. Также молоко. Это обычно детям и Саше. Алина себе какую-то булку выбрала. Мы никогда такую не брали. Я не знаю, насколько она вкусная. И Саша мармеладку. Так что вот такой небольшой набор продуктов. Сейчас буду готовить что-нибудь. Очень хочется есть. Я готовлю три блюда. Ну, вот эти котлеты я вам уже показывала. Любимые Сашины котлеты. Марк их тоже любит. Говяжьи котлеты со шпинатом. А говядина. Помимо этого, у нас в брикетах продается шпинат измельченный. Он уже со сливками. Я просто размораживаю, перемешиваю с говядиной, с фаршем. И добавляю лук, специи. Все. Выпекаю в духовке. Ну, где-то минут, наверное, 30 готовится. И за 15 минут до готовности добавляю овощи. Рядышком выкладываю, и вот такое блюдо, получается, мясо с гарниром. Я вам говорила, что крупы мы стараемся поменьше есть, у нас только дети любят крупы. Что касается блюда для детей, вот это блюдо я тоже вам показывала, периодически делаю, хотя они рыбу у меня не с такой охотой едят, как, например, курицу, но рыба тоже нужна, поэтому все равно в рационе ее стараюсь им добавлять. Здесь у меня филе, разморозила, нарезала, присыпала вот этой специей, кстати, с этой специей я еще не готовила. Обычно просто соль, немножко черного перца, в этот раз соль не буду добавлять, потому что соль здесь уже есть, здесь травы всякие, ну что-то типа прованских трав с солью. Просто посыпала, сейчас перемешаю, чтобы все равномерно просолилось. И здесь у меня кляр. Кляр я делаю из яйца, молока, муки и опять-таки вот эту специю добавила. Помните, я вам другую показывала, я нашла эту, она ну, практически идентична, обожаю. Здесь всякие травы, так, морская соль, чеснок, орегано, тимьян, лук, чили, розмарин, базилик. В общем, всего понемножку здесь. И просто на сковородке с растительным маслом обжариваем буквально, я не знаю, там минутки 4. Каждый кусочек обмакиваю в кляр и обжариваю на сковородке. Так что вот такое у них получается мясо с пюре сегодня. И третье блюдо, которое я буду готовить впервые. Помните мой стамбульский влог? Мы были в ресторане, и мы там заказали невероятное блюдо.
Я не знаю точно, может быть, они как-то его по-другому делают. Я сейчас поэкспериментирую. Здесь у меня овощи, которые я разглядела в том блюде. Чеснок, лук, несколько грибочков, паприка и помидор. Это все я сейчас обжарю. Добавлю креветки размороженные. Все вместе потушу немножко и выложу в сотейник, посыплю сыром и запеку еще минут 10 до румяной корочки. Я надеюсь, что получится то же самое, как вот в ресторане, но, конечно, скорее всего, у них там свой секрет. Из специй я добавлю вот эту мою любимую специю с травами и красный перец. Возможно, Марк это будет, поэтому не буду слишком острым делать. Так что давайте протестируем с вами новое блюдо. Надеюсь, будет вкусно так же, как в ресторане, потому что то блюдо было просто невероятно. Первым делом обжариваем все овощи. Единственное, не сразу все вместе, а последовательно. Сначала лук, потом постепенно добавляем шампиньоны нарезанные, потом болгарский перец, потом томаты измельченные, чеснок, укроп. Все постепенно добавляем. Убрала овощи. В этом же масле я немножко обжарила креветки, практически до готовности, ну буквально пару минут. Потом добавила овощи, которые у меня уже готовы, все перемешала, буквально одну минуту вместе подержала на огне. Выкладываем в форму для запекания и обильно посыпаем сыром. А сыром это блюдо не испортишь, как можно больше его положите, очень-очень вкусно, когда его много. Здесь у меня уже готовы котлеты для Саши с овощами, достаточно быстро приготовились. И детям рыба, картофельное пюре, как всегда их любимые огурцы. Так что вот такой у них ужин. Креветки с овощами тоже готовы. Давайте с вами посмотрим, что получилось. Отдельно я уже приготовила картофельное пюре и свежий хлеб. Вообще, мне кажется, это блюдо идеально будет сочетаться или с картофелем, или с рисом. Но с картофелем просто идеальное сочетание. Выкладываем наши креветки с овощами. Я вот смотрю, соуса не так много, как в ресторане. Мне кажется, они просто больше масла используют. Я масло старалась по минимуму использовать. И блюдо не такое жирное получилось, но то, что мне больше нравится. Но по внешнему виду выглядит так же, как и в ресторане. Очень было интересно попробовать. И что могу сказать? В целом блюдо очень вкусное. Конечно, в ресторане оно было более жирное. И по вкусу мне кажется, что они еще какие-то специи использовали. Но в целом очень вкусно. Это новое сочетание для нас, потому что я креветки так не готовила. Мы обычно просто жарили креветки и просто их ели. А вот в такой вариации это очень вкусно. Нам невероятно понравилось, поэтому я буду почаще теперь готовить это блюдо. Единственное, я когда обжаривала овощи, думаю, что их нужно меньше все-таки держать на огне, в сотейнике, потому что они же в духовке еще доходят. Поэтому в следующий раз буду обжаривать их совсем немножко. А так блюдо очень вкусное, обязательно попробуйте. Теперь буду готовить почаще нам. У Алины в прошлом месяце была фотосессия в школе, и нам тут распечатали для покупки, чтобы мы выбрали, что хотим купить. Кому интересно по ценам, весь набор, получается, тут одна общая фотография, и вот эти кадры стоят 30 евро, это в русских где-то 2,5 тысячи рублей. Можно купить по отдельности, по 12 евро, вот каждая страничка, это где-то 1000 рублей, и общий кадр. Вот общий, не буду вам полностью всех деток покатывать. Общий кадр мы всегда берем, он стоит 4,50, это память, это очень важно. 4,50 это где-то рублей 300, наверное, общий кадр. Так вот, что касается самих фотографий, фотографии действительно очень хорошие, мне нравится, как Алина получилась, но, посмотрите, все кадры идентичны, то есть это одна и та же фотография, просто в разных размерах. Ну хотя бы, знаете, одну-две добавили бы, ну, в какой-то другой позе. Ну вот это единственное отличается только, но мне тут не нравится из-за того, что слишком темная фотография. Вот, а тут Алинка очень здорово получилась, поэтому надо сейчас определиться, эту я страницу возьму или эту. Не вижу смысла брать все. Хотела вам показать прошлогодние фотографии, это вот ровно год назад делали фотосессию, и я тогда купила весь набор. Мне очень понравилось, как Алина тут выглядит. Здесь, конечно, тоже все идентично, но я взяла, потому что это была первая фотосессия, захотела купить весь набор, и, конечно,
общий снимок. Сейчас вам покажу у Алины на общем снимке. Вот она, красоточка. Фотографии вроде в мае делали, то есть даже меньше года назад. Но посмотрите, насколько отличается Алинка, да? Вот год назад и сейчас. Вроде прошло так мало времени, где-то получается, наверное, месяца 8 с фотосессии. Но насколько же она повзрослела. Очень мне нравится качество фотографий. Но в этот раз я не хочу брать весь комплект, потому что у нас и так уже навалом одинаковых фотографий. Поэтому беру общие кадры. Вот тут тоже Алинка на общей фотографии. Я вам говорила, формы нету в немецких школах. Все детки, вот смотрите, одеты кто как хочет. Вот. Ну, все, в принципе, одеваются так, как им нравится. И вот у Алинки единственная девочка только. Тут одна очень нарядно оделась на фотосессию. Такое прям супер нарядное платье, ее прям по центру поставили. Ладно, в общем, общий кадр я точно беру, и сейчас определюсь, какую страницу из этих брать. Но здорово, мне очень нравится все равно, как фотограф снимает в школе, потому что у Марка тут недавно была фотосессия, и прислали фотографии с его фотосессии из садика, и я ни одну фотографию не купила, потому что его даже не расчесали, он там настолько был лохматый. Я посчитала, что ну, не хочу я на память такие фотографии оставлять. А вот что касается Алины, ну, красота, да? Видно, что посадили аккуратненько волосы, ей как-то там разгладили. Вот, не просто там, знаете, как Марк, наверное, бегал-бегал, его словили, посадили, сфотографировали быстро, и побежал он дальше играть. Тут вот все-таки и вот здесь она сидит, аккуратненько стоит. То есть видно, что фотограф постарался и поставить правильно, и причесочку разгладить. Хотя вот не знаю, как мальчишки на фотографии получились, на индивидуальной именно фотосессии. Но я довольна в целом. Так что сейчас выберу и будем платить онлайн.